היום איתנו עיריית לוס אנג'לס, רחובות, פרו, אקוודור. С нами сегодня десятки Рехобота, Лос-Анджелеса, виртуальная группа Перу, Петах-Тыква, Калининград и 20-я десятка из Петах-Тыквы. Сказано, встали как единый народ с единым сердцем, и была у них единая цель раскрыть Творца. И нужно понять, как можно быть, как один человек с единым сердцем. Ведь известно, сказанное мудрецами, как лица их не похожи друг на друга, так и мнения их не похожи друг на друга. Как же может быть один человек с единым сердцем? Ответ. Если мы говорим о том, что каждый заботится о собственной нужде, получается, что невозможно стать как один человек, ибо неподобны они друг другу. Тогда как если каждый отменит собственное владение и все будут заботиться о пользе Творца, тогда не будет уже частных мнений, и все частное упразднится, и все войдут во владение единого. Рабаши, 2 тома, 42 письмо. Вопрос для семинара. Как я готовлю себя стать убаром, зародышем? Что значит передать себя высшей силе и зародиться в ней? Еще раз. Как я готовлю себя стать убаром, и что значит передать себя высшей силе и зародиться в ней? Говорим по очереди. Битуль. Отмена — это основная подготовка. Когда я готовлю себя с помощью того, что я стараюсь видеть вас исправленным кли, к чему нас направляют каббалисты, и пытаюсь включиться в вас, то есть отменить просьбу для себя и все время ждать, что это концентрация моя и старание приведет мою просьбу к свету, возвращающему к источнику, сделав ее истиной. Убар — это когда каждый из нас отменяет себя перед десяткой, и мы вместе как десятка становимся убаром, как единое целое, то, что может войти во чрево, стать духовной силой, которая готова и ожидает, и хочет воспринять нас, впитать нас для развития, чтобы стать Адамом. Меня здесь нет. Есть
Каждый, который пытается отменить себя перед десяткой, есть десятка, которая как зародыш по отношению к Высшему, и в этом вся наша работа, и нам нечего искать чего-то вне этого круга. Это то, что сказали товарищи раньше. Ключ для этого — это отмена. Отмена каждого из нас по отношению к десятке, и десятки по отношению к Высшей Силе. Перейти от состояния самолюбования на важность группы, десятки, служить им, их цели, быть вместе с ними. И это изменение в фокусе переведет нас к слиянию с чем-то, что может войти в выбор. Духовное тело, называемое десятка. Только если удастся по-настоящему раствориться в чем-то вне себя, тогда я смогу думать об Ибуре. Да, войти между вас, войти и раскрыть сердце ваше и свое, и так перейти к тому, чтобы свет на нас действовал как на десятку. Это создает состояние, в котором свет подействует. Это что-то, с помощью чего я могу прикладывать усилия и пробовать это, и прийти к состоянию, когда я уже ощущаю боль в сердце, и мы очень-очень хотим измениться. Да, и тогда привлекаем свет. Привлекаем молитву по отношению к свету. И лучше всего это прилагать усилия, пока есть боль, чтобы склонить себя перед группой. Десятка. Главное — создать здесь общее желание, которое может создаться даже в таком виде, когда мы мыслим, думаем об этом, и так капля за каплей. Как в объединении между нами мы влияем на жизнь? На мир. Еще раз вопрос, как в объединении между нами мы влияем на мир? Мы продолжаем семинар. Объединение и только в мнении между нами мы влияем на мир, потому что там вся проблема и вся неисправность, и туда может прийти исправление с помощью того, что мы сближаемся друг с другом, мы восстанавливаем ту самую структуру Адама Ришона, которая испортилась и разбилась, и пришло время, чтобы она снова соединилась в одно целое. Нам рассказывают, что весь мир — это одна душа, и весь мир — это одна система, а мы — часть. Ее осознанное, чувствуем это или нет, и понятно нам, в чем наша роль. И не может быть претензий и ожиданий от людей, у которых нет вообще никакого отношения к этому. Просто на нас возложено выполнить нашу работу, и это единственная часть, которую нужно исправлять. Да, можно сделать максимум, просто каждый должен смотреть на максимум десятки как на новый максимум. Не все, что я могу сделать, а все, что мы можем сделать, и видеть реализацию в полной десятке. Мы как бы одно желание. Когда делим что-то одно, есть у нас одна цель. И важность с моей стороны, чтобы я дал максимум, чтобы десятка достигла этой ступени. Как сказал Алекс, частные и общие равны, это одно и то же. И если товарищ — это часть меня, один из вас, один из меня, в отношении между нами, так то же самое мы, как десятка, создаем нечто
новое, здоровое по отношению к миру. На самом деле, так просто невозможно понять, как наше объединение влияет на мир. Оно влияет на мир, каббалисты говорят, что влияет. И мы видим, что объединение, над которым мы работаем, это совсем не для нас, и вообще не для нас. Если бы было для нас, была бы энергия, чтобы работать с этим. Но мы делаем это с помощью той силы, которая пробуждает нас. Но как это действует на весь мир, придем и увидим. Мы видим, что одна заповедь склоняет весь мир на чашу заслуг, и то, что дает группе возможность объединиться и в объединении раскрыть свойства отдачи. И здесь есть укрепление свойства Израиля в мире и возможность Творцу раскрыться, свойство отдачи раскрыться в группе. Да, именно так, потому что структура реальности такова, что тот, кто дал возможность человеку заниматься наукой каббалой, понять системы желания и как действуют две силы в природе, цели, как прийти к ней, только он может воздействовать на реальность и обязан воздействовать на нее. Сейчас мы начинаем урок, главное воздействие как раз с помощью света, возвращающего к источнику, который приводит в равновесие всю эту систему. Ну да, и когда эта система уравновесится, то мы перестанем видеть. Shalom, ve'rotfehu, ay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